И снова здравствуйте, всем привет. Итак, решил я все-таки доделать полноценную модель Айвы Клаус вот для этого персонажа. Погнали в ZBrush. Итак, по прошлым роликам вот такой вот бюст, значит, Айвы Клаус. Теперь нужно добавить тело, руки, юбку и так далее. Давайте этим делом сейчас и займемся. Добавляем текстуру. Ставим, чтобы она была видна. Вот такой вот у нее внешний вид. Нужно добавить ей талию. Добавить вот эту вот, значит, как она называется, одежа. Ну, руки, ноги. И погнали. Так, что у нас тут имеется? Много сабтулов. Давайте сдублируем сабтул головы и добавим сюда болванку, значит, тела. Даже нет, я так кисточкой добавлю эту голову, значит, тогда так, delete. Давно уже не лепил ZBrush, чуть-чуть сейчас буду, наверное, подтуплять. Так, рабочий стол, где тут у меня все кисточки, так, кисти, рук, болванки тел. Погнали. Вот подгрузились. Нужно теперь какую-нибудь болванку подгрузить. Так, на голову переключаемся. Ставим Ctrl-W одну полигруппу. И попробуем повытягивать. Так, Ctrl-Z. X-симметрию пока отключить. Ну, в принципе, вот это тело нам подойдет. Снимаем маску. И теперь нужно все это дело сплит, group сплит, отделить, значит, тело от головы. Переключаемся на тело. Отключаем кисточку с телами. Переключиться, значит, на глину, пока переключусь. И можно пока отключить, значит, текстуры. Так, теперь гизмо, перекрутка. Перетягивать через Alt, левая кнопка мыши зажатой. Подставляем, увеличиваем. Сейчас machination сделаем. Так, допустим, вот здесь должно быть вот так стоять тело. Так, сейчас по рукам определимся и по ногам. Так, отделю, наверное, вот эту руку и отделю одну ногу. Нога будет переделываться, я просто не хочу цилиндр сейчас вставлять. Вот это делаем Ctrl-W, назначаем полигруппу. Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, все это дело отделяем. Теперь в геометрии нужно удалить то, что мы скрыли. Del Hidden. Ну и еще немножко разобьем это дело, наверное. Ctrl-W. И нажмем Split, Group, Split. Все, теперь у нас два сабтула. Появилась рука и нога. Видимость сабтулов ставим. Shift-Z. Включаем текстуру. Делаем ее прозрачную. И смотрим, сейчас подгоним ее под размер. Ну, приблизительно, да? Где-то вот так. Нам понадобится юбка. Так, рука должна быть побольше. Через Alt выделяем руку. Чуть-чуть ее увеличим. Где-то вот так, наверное. Потом выгладим, сделаем ее потоньше. На запястьях это уже будет не проблема. Добавляем. Так, а что с нам? А, теперь на ноги отбить. Уменьшаем
модель сюжет. Нужно уменьшить, наверное, вот эту вот штукенцию, чтобы видеть полный рост ее. Z добавляем. Так. Добавляем append, и нам понадобится, наверное, так, что? Цилиндр. Цилиндр опускаем. Так. Ctrl-Z. N. Переключаемся на цилиндр. Опускаем цилиндр до низа. Тут вот теперь нужно замаскировать вверх и сделать, так, сделать на scale. Так. Поднимем вверх, сделаем уменьшение. Так, это получается, талия будет здесь, даже повыше. Чуть-чуть вытягиваем. Так, вот здесь вот чуть-чуть плоховато. Нужно ее больше надуть. Опять маскируем. Так, теперь она маскируется больше. Это не есть good. Ну, давайте вот низ теперь замаскируем. И сделаем Ctrl-I. И сделаем... Так, scale. Так, уже здесь, короче, неинтересно получается. На мелкой тогда будем делать. Сразу уменьшить ее. Поднимаем повыше, заново маскируем, и теперь ее вот так, не вниз, а, наверное, скайл, и вот так ее опускаем, делаем немножко еще скайл поменьше. Побольше. Все, теперь уменьшаем по размер талии. Так, по талии это попало, а здесь не попадает, но это можно будет вытянуть, потом обрезать. Так, обрезаем, делаем геометрию, делаем DynaMesh. Ctrl-Shift ставим на trim, нарезку обрезаем, делаем DynaMesh, маску снимаем. Так, и вот это все дело попробуем теперь еще растянуть. Вот так, думаю, будет нормально. Так. Теперь что сделаем? Так, это нам понадобится нога. Так, вот таким вот образом. Ногу чуть вытянем, пусть она будет подлиннее. Так, он где-то до сюда, наверное. Shift-Z. Так, нога еще пониже. А эту штуку, значит, юбку опустим еще ниже. Ну, пока пойдет. Нужно, конечно, ее было больше, а здесь талию поменьше. Посмотрим, может, получится надуть ее как-то. Так, теперь что нам понадобится? Так, вот эту подтупляю. Shift-Z. Вот так вот надо. Во. Тогда эту повыше. И ногу тоже тогда повыше.
Что можно придумать с рукой? Давайте попробуем ее выгладить. Во. Рука будет потоньше. Подставляем телу. Ногу подставляем в юбку. Возможно, потом придется юбку переделать, но уже будем привязываться к руке и к ноге. Так, рука. Наверное, все-таки руку немножко нужно будет сделать подлиннее. Не проблема. Так, по плечу делаем Mirror and Well. Переключаемся на ногу, делаем Mirror and Well. Следом нужно добавить талию и вот эту вот, как это платье, да, ну верхнюю вот эту одежду. Так, добавим Appen, добавим цилиндр. Alt, левая кнопка мыши, переключаемся прямо на Subtool, чтобы не искать его вот здесь вот в списке. Так, уменьшаем, вытягиваем. Так, делаем поменьше. И, наверное, замаскируем, делаем Ctrl-I. Попробуем. Прокатит такая штука, нет. Где-то вот в таком духе. Ага. Прокатило. Делаем всему этому опять же Geometry Dynamesh. Можно на чуть-чуть тут выгладить. Что теперь нам? Нам нужно теперь мофтополы чуть-чуть это дело утянуть. X симметрию, клавиша X ставим, чтобы работать с симметрией. Здесь, значит, побольше, здесь чуть потоньше сзади. Что у нас с юбкой? X симметрия. Определим вот этот зад. Так, еще прям потоньше. Выгладим юбку. Возможно, потом еще сделается, как ее называют, экстракт. Так, это юбка. Что у нее тут? Черный верх какой-то. Юбка отдельно. Кант. Понятненько. Все это дело Shift, левая кнопка мыши, выглаживаем. Ну и нужно немножко будет порисовать. Shift Z, Z уменьшаем реф. Так, можно его теперь подогнать по нашему персонажу. Так, это талия. Ну, приблизительно хотя бы. Z отключаем, кисточку Drive Size поменьше. X-симметрию отключаем и пробуем маску делать. Так, это сюда. Потом эта часть, значит, тут. Ну, а здесь уже будем импровизировать. Так. Закрашиваем вот таким вот образом. Потом ее почистим, подмажем. Здесь она выходит таким вот вырезом. Так, это побольше. Здесь уже тогда поменьше.
Делаем грав сайз побольше и вот таким образом отбиваем талию. Так, замазываем. Ну вот эти части желательно сделать Ctrl-Alt как-то почетче, да? Так, два пролета. Ну, делаем теперь в сатулах экстракт. Пусть потолще будет, сейчас все это дело. Так, Ctrl-Z. Делаем экстракт. Делаем Accept. Снимаем маску. Делаем выглаживание. Так вот. И немножко давайте все это дело уменьшим. Уменьшаем, вытягиваем, так, чуть-чуть прибавим. Сделаем подлиннее, повыше поставим. Прокатывает. Вернемся назад. Сразу делаем на вытяжку. И все повыше поднимаем. И попробуем все это дело выгладить еще побольше. Именно по талии вот здесь вот. Чуть уменьшим. Прозрачность. И попробуем, значит, другим способом все это дело вытянуть. Следом переключимся на юбку и попробуем юбку выгладить шифтом, чтобы она тоньше еще была. Вот так вот. Ну и эту штуку еще меньше, меньше, меньше. Так, потом подкорректируем Shift-Z. Ну и теперь вот эта манишка. Манишку будем делать, это значит append сфера. Опускаем ее до тела. Плюснем. Так. X
симметрия. Надуваем. Верх нам не нужен, нам нужна просто вот эта форма. Так. Где-то назад и еще побольше. Так, что-то в таком духе. Сюжет, куда она уходит, аж. Вот эта часть должна быть вот такой вот. Залазить на руки. Ну а теперь геометрию делаем DynaMesh. X-симметрия Ctrl. Рисуем вот такую штукенцию. И делаем экстракт. Так, чуть-чуть надо сделать потоньше. Accept. Все, вот эту верхнюю пока отключим. Переключимся на манишку. Так. Где она тут? О. Снимаем маску и делаем ей геометрию DynaMesh. Ну и немного теперь подкорректируем по телу. Так, шестом выгладим. Она пустотела, придется ей потом посмотреть, как рик будет, чтобы кости добавить там. Чтобы все было нормально. Так, это поменьше. Так, а вот эту часть по плечам. Значит, тут выдавливаем. Ну и спину тоже чуть-чуть убираем, потому что здесь вот верхняя часть есть. Нужно ее теперь M найти, где у нас находится вот эта вот маниша. Вот тут не закрасил, но это не проблема. Сейчас все закроем. Подтянем сюда. Делаем DynaMesh, закрываем, связываем. Подтягиваем. Вот получились вот эти вот артефакты. Как их можно закрывать? Кисточка Clay Build Up. Заходим в Brush. И по прошлым роликам Automasking Bug Face Mask. На двоечку ставим. Накидываем сюда массы.
Сюда тоже массу поднакидаем. И сделаем DynaMesh. Так, дырки большие. Значит, надо накидывать побольше. Так, не понял, в чем вопрос. Не проблема. Закрываем другим способом. Деформация, инфлат. Выглаживаем. Продолжает рвать. Что тут? Какая проблемная дырка стала. Закрываешь в одном месте, рвет в другом. Ничего. Сдавливаем. И накидываем еще массу. Натянем полигоны. Вот закрылось наконец-то. Так, с этим делом понятно, нужно теперь ее уменьшить, опять же используя инфлат. И вот возвращаются наши вот эти гадости. Ну, значит, тогда просто выглаживаем. Потом будем пролепливать. Нажмем полиш. Потом долепим. Так, где у нас тут геометрия? Modify Topology, Mirror and Well. Отзеркалим. И вот эти вот плечи нужно сделать там поменьше. Натянем повыше, побольше. Так, здесь у него плечи выходят, значит, вот эту часть нужно тянуть прям повыше, по квадратнее. Во. Shift Z.
что тут получается? Складки и душа. Так, душу выбираем. Повыше ее. Так, а эту тогда и все поменьше. Так, ну в принципе что? Делаем сейчас тонкие ноги. Сюжет, что у них с кистями, кисти. Ну, в принципе, нормальные. Так, вот с этим еще делом поработать. Зад подаем, здесь уводим. И талию еще прям поменьше, шестом выглаживаем. Вот так, это до верха. Теперь нам нужно подкорректировать юбку. Ctrl-Z. X-симметрия. Побольше тут вот поднатянем. Так, ага. Здесь там еще потоньше. И юбку тогда здесь еще будут вести. Ну вот что-то в этом духе. Так, теперь по ногам. А по ногам тут будет уже попроще. Shift Z. Тут вообще у нее как капельки и вообще тонкие ноги должны быть.
Так, тут башмак, да? Ладно, не проблема. Сделаем башмак. А эти ноги-то отрежем. Так, добавляем append, добавляем куб. Теперь переключаемся на куб. Делаем ему геометрию, делаем ему DynaMesh. 6Z, Z. Z отключаем глаз и рисуем вот эту штуку. Так, опять же, не привязываемся сильно прям к размеру, потому что, ну, рисунок есть рисунок. А вот этот Ctrl-Alt каблук хорошо отобьем. Ну и тут тоже чуть-чуть на пиксельное. Полигонов мало. Делаем Ctrl-I. Выдавливаем наш вот этот башмак. Делаем DynaMesh. Ctrl маскируем наш башмак. Ctrl-W возвращаем полигруппу. Ctrl-Shift-Z отделяем полигруппу и ее удаляем. Скрытая. Выводим на середину. И делаем Mirror Envelope. Чуть-чуть сдавливаем. Выводим вниз. Подставляем. Примеряем, значит, по размеру к нашей ноге. Так, ну, в принципе, неплохо. Чуть-чуть подгадываем. Переключаемся на Shift. Так, надо сделать побольше полигонаж. Ctrl-D, Ctrl-D. Делаем lower. Находим опять же DynaMesh. И можно резолюцию прибавить. И сделать DynaMesh вот 94 тысячи полигонов. Переключаемся на ноги. Выравниваем. Ctrl-Shift. Отрезаем ноги. Находим наш вот это бедро. Находим наш башмак. Подгадываем, выравниваем его. Выгладываем. И сделаем его еще поменьше. Так вот. Во. Там нога у него вообще тонкая. Ну, где-то так делаем. Modify Topology Mirror and Well. Ноги через Alt выбираем, делаем Mirror and Well. Делаем X-симметрию. Поменьше, значит. Или просто кисточкой можно Clay Build Up на двоечку поставить. И чуть-чуть массы. Что за фигня? Что такое brush? Так, backface mask не включился. Так. Move topology. Вытягиваем ногу. Так, здесь еще можно, как там капелька сделана, да? Как-то так и отбить.
Тут еще получается, как будто штанишки у нее залазят вот на эти ботинки. Получается, тогда вот эта нога, она должна перекрывать вот эти ботинки. Ух ты, 2 миллиона полигонов не надо, конечно. Ну, пойдет 700, чтобы нормально работать. Так. Что теперь у нас по ботинку? Alt. Дадим, ну как, отделим типа каблук. Вот эти каблуки есть каблук. И вот эту часть чуть где-то пролепим, где-то сделаем вот такую смещенную. Так, Shift Z. И вот этот вот корешок. Наверное, отрежем. Ctrl Shift Trim Curve. Делаем Dynamesh. Ну вот. Теперь туфля вроде похожа. Выглаживаем, выглаживаем побольше. Делаем все это дело гладко. И вот здесь вот на стыке немножко пролепим. Так, теперь отрежем, а получается, что при отрезке теперь каблук меньше, да? Все, подтянем. Можно его побольше подтянуть. Отрежем. Так, Mira and Twill. Так, а вот с этим тоже. Так, сюжет, да куда они доходят? Ух ты, до самого низа, что ли? Это не есть good. Ну, давайте попробуем Ctrl-I. А что ж это за область такая будет?
Как штанишки у нее там что? Так, пойдет. Толстовато, конечно, но в принципе тогда нужно будет и ботинки чуть-чуть вот эти еще тоньше делать. Как бы не переборщить. Так. Тут еще-то потоньше сделаем, выгладим, чтобы она прям гладкая была. Ну, в принципе, все, ноги вроде бы похожи. Что у нас там находится? Так, вот юбку нужно сделать теперь, наверное, экстрактом. Так, немного отвлекли. Делаем теперь, значит, экстракт. Толсто. Уменьшаем. Делаем экстракт. Ацепт. Так, юбку эту отключаем, маскированную. Ну, а эту чуть-чуть поднадуем, потому что она тонкая. И получится, что... Так, давайте еще поставим ей видимость. Продублируем. Вот я, чтобы внутренняя часть была видна. Теперь геометрия. Можно сделать и, чтобы толщину не давать, сразу ZRMesh. Ну, вот уже нормально. Так, теперь... Ну, это... Толстовато, ну, в принципе, давайте и так, что деформацию инфлат попробуем. Так. Инфлат. И сделаем ее потоньше. Теперь геометрии делаем ZRMesh. Нормально. Так, здесь с этой манишкой давайте ее пролепим. Добавим чуть складок тут. И тут чуть-чуть.
Так, выглаживаем, чтобы помягче все было. Во. Складки есть, но сзади они нам не понадобятся. Чисто заполним. Можно вот чуть-чуть вот так вот сделать. Тоже выгладим. Ну и в принципе что, айва готова. Руки нормально, можно их, а ну-ка, насколько они там тонкие. Так, у запястья еще прям потоньше. Вот здесь вот. Вот. Так нормально будет. Делаем теперь Modify Topology Mirror and Well. Включаем расцветку. Меняем цветовой материал. И попробуем, значит, что перекрасить. Это кисточка стандарт. RGB ZAT отключаем. Нажимаем английское C на манишку. Перекрашиваем все. Так. Теперь Shift Z. Так, а вот где ее раскраску взять? Наверное, сейчас ролик мультфильма включить и попробовать цвет ее найти, именно как в мультфильме. Так, нашел на Пинтересте именно вот эту вот расцветку. Давайте посмотрим. Так. Угу. Ну да, в принципе, как и верх цвет. Так, тут что у нас тогда стали? Сюжет. Так, что у нас тут по ногам?
Всех покрасенных вот в такой цвет. Так, теперь немножко по ногам пройдемся. Ненужную юбку долой. Так, здесь. Тогда ноги, наверное. Как будто они в штанах. И немножко ногам добавим филейную часть. Главное, чтобы там она потом склеилась с тумбой. Так, что тут еще? Так, и на эту штуку, наверное, добавим. Так, не на эту. Хотя почему? Можно на нее чуть-чуть. Чуть-чуть на нее можно вот эту вот штуку утоншить. Так будет полученная. Так, а на вот эту юбку верхнюю. Так, здесь вот. Тоже чуть-чуть, наверное, поприбрать массы. Тогда еще на внутреннюю юбку. Так, чуть-чуть убрать ее. Так, а вот то, что вот эта юбка внутри, вот не есть гуд. Так, мофта положим, можно ее попробовать так чуть-чуть вытащить.
Она же будет делаться отдельно под анимацию, или в принципе пусть будет вместе летаем. Можно и литую сделать, подзакрасить, где не закрашено. А внутри, ну, в принципе, туда никто заглядывать не будет. Но можно включить, значит, brush, сделать автомаскинг, сделать C и внутреннюю часть просто вот так вот, ну, грубовато как бы подзакрасить. Так. А что, она просвечивается? Это не есть хорошо. Так, C. Сейчас нормально. Ну вот получился вот такой вот персонаж. Волос, наверное, будет отдельно от головы, чтобы тоже кости вставить. Тут нормально было, но вот эта вот верхняя часть будет объединена, и потом с ней уже можно делать анимацию. Все, персонаж готов. Надо еще вот эти вот чуть-чуть косяки поубирать кое-где. Так, что у нее там еще? Вот здесь рваного у нее как-то побольше, поприкольнее надо будет. Рисует по-разному. Можно еще разные платья потом подобавлять. Уже, в принципе, персонаж есть. Это уже будет не проблема. Так. Давайте попробуем вот эти цвета. Значит, Alt. Здесь вот у нее как бы сероватый. Наверное, сероватый будет получше на ней смотреться. Ну, расцветку можно, в принципе, разную делать. Вот так вот. Так, ну а эту можно темную оставить. Или хотя бы, ну допустим, как пояс ее сделать. Вот так. Так, и чуть-чуть, наверное, если это пояс, да, чуть-чуть ему массу засобачить. Так, Ctrl-I.
Во. Ну, так будет получше. Теперь Ctrl-I. И можно вот здесь вот немножко тоже отбить и ребра вот эти. Складки какие-то понаделать может. Ну вот как-то вот в таком духе. Так, тут еще. О. Ну, в сером варианте тоже неплохо. Уже поприкольнее. Ремень вроде как бы присутствует. Уже нормально. Хотя можно вот эту юбку, так, С. Вот эту юбку можно сделать как и пояс. Допустим, вот такого цвета. Ну, прикольно, я думаю. Так, вот такой результат. В следующем ролике я вставлю ей, значит, рик. И посмотрим, как это все объединенное будет работать. Все, всем пока, до свидания.